Спонсор программы – общество с ограниченной ответственностью «Мартин Восток». Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Это приготовила бабушка. Это приготовила мама. А это приготовил я. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима. В эфире прогноз погоды в Приморье на среду, 3 марта. В Лесозаводске, Дальнереченске небольшая облачность. Минус 5, минус 8 градусов. В Дальнегорске, Тернее, Мельничном от 4 до 8 мороза и тоже небольшая облачность. В Ольге и Кавалерово осадков не ожидается, там до минус 4. В Чугуевке, Спасске-Дальнем минус 2. Там осадков тоже не ожидается. Облачно в Пограничном и в Камере-Балуе, там минус 4, минус 5 градусов. До 4 мороза в Партизанске, в Находке около 0. Облачно с прояснениями. В Артеме 1 градус мороза, в Славянке, Уссурийске минус 3 и без осадков. Медицинский центр «Санас» ломает стереотипы. Теперь процедура ФГДС стала комфортной. А причина тому – заботливые руки врачей и уникальные супертонкие эндоскопы. Медицинский центр «Санас» заботится о вашем здоровье. В дальневосточной столице в среду, 3 марта, синоптики обещают малооблачную, без осадков погоду. Ветер с утра северный, сильный, после обеда утихнет и сменит направление. Атмосферное давление существенно меняться не будет. Температура воздуха ночью и утром до 11 мороза, днем минус 2. Ценовая оттепель. Дешевле в 2 раза. Удаление катаракты. Американская линза 35 тысяч рублей. Семеновская 19. 246-6146. Спешите. Количество предложений ограничено. Прогноз погоды в местах отдыха на среду, 3 марта. На островах Русском Попова облачно и 1-2 градуса ниже 0. В пригороде Владивостока и в бухтах Лазурной, Муравьиной тоже облачно и минус 3, минус 4. В Шкотовском районе установится ясная погода, в Анисимовке и Штыково до 4 градусов ниже 0. В Партизанском районе малооблачно, во Владимир-Александровском и в Тигровом тоже минус 4. В Лазовском районе без осадков. Столбики термометров в населенных пунктах тоже будут держаться на отметке в минус 4 градуса. В Арсеньеве небольшой снег, там до 7 мороза. В Кировском районе малооблачно, минус 3, минус 4. Прогноз погоды в странах АТР. На среду, 3 марта. В Японии облачно, осадки. На севере в виде снега. В центральных районах дожди. В Саппоро 3 градуса мороза. В Токио 11 градусов тепла. И в Осаке до плюс 10. На территории Китая без осадков. В Харбине плюс 1, в Даляне плюс 7. В Шанхае до 13 со знаком плюс. На севере Корейского полуострова ясная погода. В Пхеньяне 7 градусов выше 0. На юге Кореи тоже в основном ясно. В Сеуле плюс 9 и в Пусане до 8 тепла. На Тайване пройдут кратковременные дожди. В Тайбэе 20 градусов выше 0. Дождливо будет в центре и на юге Вьетнама. В Ханое 22 градуса тепла, в Дананге 27 и в Хошимине плюс 35. В Таиланде ясно, на Пхукете 35 градусов со знаком плюс. В Сингапуре и Куала-Лумпуре 32-35 градусов выше 0. Практически безоблачно.